Как заявить о себе крупнейшим работодателем страны, знает магистрант Тюменского госуниверситета. Он завоевал золотую медаль на студенческой олимпиаде «Я профессионал» и теперь может составить конкуренцию состоявшимся специалистам. Парень уже знает не только, как обустроить новое месторождение нефти и газа с нуля, но и как затем получить солидную прибыль. Со студентом познакомилась моя коллега Ольга Меншутина. Новые территории крупнейшей нефтедобывающей компании доверили осваивать студентам. Расчеты обязательно проверят действующие инженеры, они же в числе преподавателей. Сейчас мы перед студентами поставили задачу, им необходимо выполнить трассировку будущих коридоров коммуникаций. То есть, исходя из моего лекционных материалов, что им начитал. Здесь учат проектировать месторождения комплексно. От прогнозов на новых участках до обустройства добывающих скважин. Инжиниринговая магистратура в политехнической школе ТюмГУ – новое направление. Талгат Сабитов продолжает обучение в Тюмени после ташкентского филиала крупнейшего нефтяного вуза нашей страны – РГУ имени Губкина. Каждый, кто еще слушает лекции в студенческой аудитории, уже предлагает к реализации инновационные решения и разработки. В трудноизвлекаемые месторождения, в которых уже стандартные традиционные способы эксплуатации не подходят. И надо думать над новым решением, то есть применять новые технологии, новые виды исследований. Это недалекое будущее, это все говорят, что Бажен не так далек от нас. Магистрант из Тюмени признан лучшим по нефтегазовому делу в студенческой всероссийской олимпиаде «Я профессионал». В числе соперников было несколько десятков учащихся со всей страны. Задания составляли эксперты крупнейших компаний. Мы выпускаем инженеров в первую очередь, а не ученых, поэтому главная задача – это научить практическим навыкам и то, каким образом происходит работа с этими инструментами, этими практиками, еще раз я повторюсь, передается реальными действующими ведущими экспертами отрасли. Эти студенты оценки получают не только в зачетке. Верные расчеты в авторских проектах обязательно будут отмечены потенциальными работодателями. До выпуска из магистратуры год-два, и их уже приглядывают крупнейшие нефтегазовые компании страны. У них свой рейтинг будущих выпускников. Ольга Меншутина, Владимир Кондратьев. Тюменское время.